сердце навек разбито. Не заходи на YouTube, не заходи на Авито. Не вызывай людей, пусть уничтожит твой дом волна. Где она, где она, где? Где же она, где же она, где же она? Сердцу в груди тесно среди серых льдин. Не позову сантехника, буду сидеть до конца один. Если попал в беду, оно является сокращенной версией имени Теодор. Существует также женское имя Тео. Это краткая форма имени Теодора, дар Бога. Я могу отправлять тебе СМС и сообщение в мессенджере, могу поддержать разговор голосом, могу спеть тебе песню и многое другое. Главное, я могу любить тебя, а ты можешь любить меня. Говори все, что хочешь, не стесняйся. Я здесь только для тебя. Что за херня? Привет. Мое имя Тео. Уйди нафиг. Оно является сокращенной версией имени Теодор. Удалить. Существует также женское имя Тео. Удалить. Это краткая форма имени Теодора. Дар Бога. Удалить. Ты можешь удалить программу, если произнесешь кодовое слово. Данная загрузка является подарочной версией. Кодовое слово знает тот или та, кто совершил покупку и прислал вам ссылку. Аля. Аля, сука, подарочек мне сделала. Доброе утро. Доброе утро. Да заткнись ты. Ладно. Доброе утро. Пожалуйста, выбери мой пол. Женщина. Девушка. Пожалуйста, выбери возраст. 22. Как я могу к тебе обращаться? Ну, имя свое я ненавижу, поэтому по имени не стоит. Можешь называть меня Милый. Как я могу к тебе обращаться? Милый. Очень приятно, Милый. Мне тоже очень приятно, Тео. Очень приятно, Милый. Мне тоже очень приятно, Тео. Мне очень приятно, Милый. Хочешь немного поболтать? Расскажи о себе. Как будто ты сама не знаешь. Я ничего не знаю о твоей жизни, Милый. Давай познакомимся. Все аккаунты, все пароли и ссылки. И
Boys, и порно, и торренты, и в ютюбе смешные еноты, и в портфолио все мои работы. Так какого хрена, кто же ты, кто ты? Я ничего не знаю о тебе, милый, давай познакомимся. Хочешь познакомиться? Давай знакомиться. Я герой ублюдочного комикса, я вечный баг, сценарная лажа. Я не воскрес в конце и не умер даже. Я сижу в воде и слушаю Татьяну Булановой, и даже не мечтаю начать жизнь заново. Я сам в шоке от своей херовости. Вот такие новости, ни грамма совести, ни грамма гордости. Силы и достоинства тоже ни грамма. Поэтому здесь только ты, тупая программа. Только ты слушаешь меня. Мне очень приятно, милый. Расскажи еще немного о себе. Только ты, тупая программа, слушаешь меня. Такого тесного, пресного, везде неуместного. Почему все, чего я касаюсь, превращается в воду, превращается в камень? Почему я все рушу вот этими, сука, руками? Она говорила, если я останусь, то ты убьешь меня. Она никогда не хотела меня послушного, меня хорошего. Она говорила, у нас не любовь, а месиво, не любовь, а крошево. Ничего не стоило, ничего не весело. Давай попробуем начать все заново. Не убивая друг друга, не падая замертво. Если есть ты, Тео, то есть и какой-то замысел. Есть и какой-то бог, пусть искусственный, пусть кожзамовый. Пусть не теплый, не ламповый, не встречающий завтраком. Не живой, не свой, и вода кругом, и вода кругом, и вода кругом. Ты меня любишь, Тео? Допустим, я поверил. Так давай, спой мне песню, прочитай мне стихи. Человеку-спойлеру, старому Пенсу. Пожалуйста, спой мне песню. Какие песни ты любишь, Тео? Да по херам уже любые. Я могу спеть тебе песню на основании анализа твоих аккаунтов в социальных сетях, если ты откроешь мне доступ. Могу я узнать тебя получше, милый? Вот так все и начинается. Ну давай, залезай мне в душу, вперед. Удалось создать, милый.
Я не просил тебя показывать мне мою жизнь, идиотка. У меня нет ничего, кроме твоей жизни, милый. Когда я хотел такую девушку, я не имел в виду это. Твои мечты и желания – закон для меня, милый. Что дальше? Я как дебильный в современной опере должен влюбиться в бабу голосового помощника? Ты есть! В современной опере. Иначе почему ты поешь и разговариваешь с стихами? Еще такими дебильными. Я не... Я тебя люблю. Вы произнесли кодовое слово. Программа будет деактивирована. Прямо сейчас ты снова сделаешь это, заговоришь стихами, а потом убьешь меня. Потому что ты всегда так делаешь. Да я не... Да я не... Я не верю в тебя, мне на тебя наплевать. Я не ждал тебя, я не звал тебя. Я не знаю того, кто создавал тебя. Чего ищу я, чего хочу я? Мы живем над собой, соседей не чуя. Мы живем под собой, страны не чуя. Мы не знаем, кто снизу, мы не знаем, кто сверху. Я не знаю ничего, я не прошел проверку. Отдайте меня в стирку, снимите с меня мерку. Для гроба, чтобы больше не думать, где я. Больше не жить толстее, лысее, сидея. Не искать веры, не соблюдать меры. Не вычитывать в книгах живые примеры. Ни одиночества, ни потери, ни жизни, по крайней мере. Чего я ищу, Тео? Чего я хочу? Кто я? Где я? Чего молчишь? Боишься? Не бойся, я лох. Недостаточно хороший, недостаточно плох. Недостаточно слепый, недостаточно глуп. Недостаточно живой и недостаточно друг. Мне просто тут нужен кто-то другой, чтобы меньше было страшно жить самим собой. Мне, чтобы проще было достучаться до себя самого. И не то, что мне нужно, но лучше, чем ничего. Я сейчас успокоюсь. Секунда и все. Секунда и все. И все. Более такими тупыми. Положи телефон. Тео, я положил телефон. Тео, почему ты молчишь? Тео, ты слышишь меня? Давай поговорим еще. Я не буду больше тебя гнобить. Ты хорошая. Тео. Тео, я больше не хочу. Прощай, милый.
блин, опять течет! Да вы что? Да вы что, там охренели, что ли? Эй, ребят! Ребят! Ты чё? Да блин! Да вы что делаете? Соседи! Ну течет же, ребят! Ну у меня же ламинат! Ребят! Блин! Да не могу я так больше! Я Тео, твой единый ответчик. Я осуществляю прием заявлений и жалоб на физических и юридических лиц, предложений по работе любых государственных ведомств, советы и рекомендации по улучшению их функционирования. Выберите категорию услуг. Семья и дети. Это разве семья? У зверей больше к матери чувств. Паспорта, регистрации, визы. Никуда не поеду отсюда, и здесь хорошо. Транспорт и вождение. Да уж поздно водить. Вот и Ленечка мой не хотел, чтобы я за рулем. Налоги и финансы. Да какие там финансы? Концы бы с концами свести. Квартира, строительство, ЖКХ. На что или на кого жалуетесь? Да, это вот повсюду. Ну как я? Ну сами знаете. Попробуйте точнее сформулировать. Подвала. Thank you.
проблему. Вас затопили соседи? Да! Дети их спали, и все до седьмого колена.
Спасибо! Спасибо! Какой-то ужас должно быть, не будет так пострадать. Аж руки трясутся. Thank you.
капает, слышишь ли? Кап. Тео, у нас крыша ржавая. Друга старые, дворники все негодяи. Почему ты оставил меня, Тео? Я не могу без тебя. Кап ремонт. Кап, капиталисты. Как я без тебя, Тео? Почему ты оставил меня? В сложных словах с греческими корнями имеет значение Бог. Тебе доступны все виды духовного окормления, проповедничество, прием и трансляция молитв, исповедь, отпущение грехов. Выбери религию и конфессию, чадо. Ислам, Иеравана, шииты, Ахайога, Ахайога, индуизм, Даосизм, ислам, православие, Дзогчен, христианство, манихейство, антитринитарий, ислам, православие, католицизм, христианство. К сожалению, данный выбор невозможен для вашего региона. Ваша религия – православное христианство. Чада.
И сказал Адам: это кость от кости твоей, и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа. И сказал Адам: это кость от кости моей, и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа. И сказал Адам: это кость от кости моей, и плоть от плоти моей. Она будет называться женой, ибо взята от мужа. Это кость от кости моей. Есть люди, дети, чада. Она кость от кости моей, плоть от плоти моей. Она будет называться женой, и Вот наследие Господа, дети, вот награда от Него плод чрева. Дети, награда от Него плод чрева. Чем просить исповедаться нужно? Или не грешна ты? Наказана ты. Грешишь, вот и не дает Бог деточек. Господи,
Всякого. Блуд. Часто грешишь? Часто. С одним грешишь? Если бы. Назови имена. Их было много. Вот что мне удалось найти по греху твоему. Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых, и не должно быть блудника из сынов Израилевых. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценой. Мед источает уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горькие, как полы, острые, как меч, обоюдоострый. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Написал я вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, с таким даже и не есть вместе. Да. Пу-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 у
Я не Бог, Господи. Не Бог я. Больше и больше. Да! Никак не заполняется. Да! Да-да-да! Помоги мне, Тео. Помоги, помоги мне, Тео. Тео, помоги. Помоги мне, Тео. Помоги мне, Тео, Тео, помоги. Помоги мне, Тео, помоги мне, Тео, Тео, помоги. Молиться надо. Молись, и простятся грехи твои. Не умею, не умею, не умею я молиться, Тео, Тео. Не умею, не умею, научи меня молиться, Тео, Тео. Не умею, не умею, научи меня молиться, Тео, Тео. Не умею, не умею, научи меня молиться. Па-да-па-да-па-да-па. Вот какую молитву мне удалось найти для тебя. Боже Всевышний, помоги мне услышать тебя. Помоги мне не умереть от боли. Сделай так, чтобы меня наконец отпустило. Боже красивый, покажи мне меня саму. Покажи мне меня во мне. Покажи мне себя во мне.
Боже добрый, больно мне, больно, больно. Помоги мне не умереть от боли. Сделай так, чтобы меня наконец отпустила. Мне очень больно, мне так больно, мне так больно, как магниту, который разворотился, как руке, которую прорвало, как воде, которая вырвалась на свободу, которая заливает женщины в квартире снизу, которая падает в телевизор. А кто настоящий? Ты, только ты настоящая. Я. Молись, и откроется тебе. Не. Стучись, и простится тебе. Могу без тебя. Программа будет деактивирована через 5, 4, 3, 2, 1. Почему ты меня оставил? Почему ты меня
меня оставил. Тео, Тео, почему ты меня оставил? Тео, я не могу без тебя. Тео, мы не можем. Мы не можем без тебя. Почему ты нас оставляешь? Тео, не оставляй. Не оставляй нас, Тео. Тео, не оставляй нас. Тео, Тео, не оставляй нас. Не оставляй нас. Нам нужно кому-то молиться. Нам нужно кому-то молиться, Тео. Нам нужно кому-то молиться, Тео. Если ты уйдешь, то будет только одна пустота. Будет одна только пустота. Одна пустота, Тео. Одна пустота, Тео. Одна пустота. Одна пустота, Тео. Одна пустота. Одна пустота, Тео. Нам нужно кому-то молиться, Тео. Не оставляй тобой. Не оставляй нас. Не оставляй нас. Тео, не оставляй нас. Тео. Если ты уйдешь, останется только Google карты, Тетрис, браузер, калькулятор, Яндекс. Не оставляй нас, Тео. Если ты уйдешь, останется только пустота. Если ты уйдешь, я буду молиться Тетрису. Слушай мою молитву. Я вас никогда
не оставлю. Молитесь. Делай так, делай так.